Меня зовут Виктор. Я наконец-то получил посылочку такую вот небольшую от фирмы Микродизайн. Здесь немного фототравления. Сейчас посмотрим поближе. Довольно долго она ко мне ехала, но, судя по всему, прибыла в целости и сохранности. Так, все. Больше внутри ничего нету. Как видите, доставлено очень аккуратно. Так, здесь у меня фототравление для ГАЗ М1 в 35-м масштабе, который выпускает фирма «Звезда». Рояльные петли для него же. И вот такой вот шанцевый инструмент. Пожалуй, набор для М-ки я сделаю отдельный обзор. А вот шанец посмотрим сейчас поподробнее. Так, ну внутри никакой инструкции нету, поэтому я думаю, доставать смысла нет. Посмотрим так. Здесь у нас одно ведро, одноручная пила, двуручная пила и несколько видов лопат. Также топор и вот какой-то еще инструмент, багор, наверное, или что это такое. В общем, я так понял, что деревянных ручек здесь нет, поэтому все нужно будет сделать. Я думаю, из зубочисток сделать проблем не составит. Масштаб это 1 к 35, поэтому подойдет и для ГАЗ Тигра, который тоже недавно вышел, и для любого танка, да и просто где-то для диорамы. В общем-то, довольно качественный, интересный инструмент. Рояльные петли тоже покажу сейчас, поскольку они хоть и заявлены для М-ки, но по сути могут использоваться и на любой другой модели. Хотя у фирмы Микродизайн есть, по-моему, более длинные универсальные такие петли, чтобы уже наверняка хватило на любую модель на ваше усмотрение. В общем-то, ничего такого хитрого. Обычная петля, проволоку под нее нужно будет подбирать самостоятельно, я так понял. Ну что ж, вот такое вот небольшое приобретение от фирмы Микродизайн. Ссылки вы найдете в описании под видео. Обзор на фототравление от М-ки будет одним из следующих видео, так что посмотрим все подробнее. Ну а на этом я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!